Выставка представляет собой панораму из художественных произведений, отражающих героические страницы прошлого нашей страны. Военно-исторические миниатюры, батальную живопись, портреты ветеранов, образцы вооружения советского солдата, оригиналы и копии исторических документов. Экспозицию представляют работы 6 художников – Ивана Чухновского, Владимира Суркина, Дишу, Вячеслава Потогина и супругов Евгении и Валерия Власовых. Такие выставки должны проходить во всех городах. Это будет, пусть будет художественная или фотовыставка, или еще что-то, но говорить об этом надо, потому что вот уже спустя 70 лет, да, с лишним лет, теряется это ощущение, теряется понимание, ради чего мы воевали. Конечно же, у меня само подрастают ребята, уже мальчики, хочется им передать вот этот вот свой настрой, свою любовь к родине. На открытие выставочный зал «Феникс» пришли много десногорцев, среди них и почетные гости. Депутат областной думы Михаил Лосенко с внуком, представители администрации города, ветераны Великой Отечественной войны Николай Тимофеев с супругой и Октябрина Кононенко. В адрес художников было сказано много слов благодарности. Замечательно, большое спасибо, огромное даже спасибо. Завершилось открытие просмотром экспозиции, которая произвела на десногорцев неизгладимые впечатления. Хочу сказать спасибо московским художникам, которые привезли такие просто шикарные работы, посвященные военной тематике, такие фундаментальные фигуры, в которых отображены и жизнь обыденная, и подвиги, и сами фактуры героев. Выставка очень понравилась, во-первых, потому что здесь художники, ну, прям отразили вот все моменты той войны. Есть где и скорбь, ну, и чувство скорби, есть где и чувство победы, прям радости. Выставка это очень многое значит, в основном для подрастающего поколения, например, моего возраста очень значит. Благодаря труду художников память о подвиге героев Великой Отечественной войны будет жить, передаваясь из поколения в поколение русского народа.